Да, тяжело. Смеркалось. И сильно. Очень сильно. Хуяси. Надо к дому валить. Ёпт, нихуя себе спрыгнул, ноги сломал. Выйдите. Коллега! Вот вижу, как эта хуета плавает. Окей. А если в воду прыгнуть, я разобьюсь? Не знаю, что. Так, мне нужно еще дерево. Пока оно пока еще не стемнело. А, мостик я там целый, еще тут мост делать будет. Бля, у меня тут дерево. Че, принесешь мне дерево? Да, сейчас. А о, я ступеньки горят, заебись. Да? Ступеньки сделал, засунул в печку. Старые. Так. О, все. Бля, нихуя себе! Че? Ебать! Тут скелет на этом, на пауке катается. Епт, это опасный черт. Реально? Скелет-лучник на пауке. Это огонь, 5 баллов. Скрывайся. Нихуя себе тут уже обдел. Цивильно, да? Да. Может так, даже вот так себе. Цени для меня. Это я пришел? Или ты? Где ты не вижу? Чего ты кидаешься? Яйцами. А включи печку, чего он не горит? А дрова кончились, у тебя есть? Да, есть какие-то палки. Вот это вот. Дай елочку. Дай девочке, чувак. А мне это осталось вот все. Хотя, осталось. Хотя не надо, в принципе. Ебать, она быстро сгорает. Это типа для обжига печка. Она перерабатывает ресурс. Так, это жрачка. А если мясо этого зомби положить? Попробуй. Нифига не хочет покинуть. Так, подожди, а как тогда сделать этот самый? О, кстати, поймать. О, ты факел сделал. Как ты сделал факела? Я лежу у тебя, не? Да. Такой лежит и руками. Со спичкой. Спички, детям, не игрушка. Ты скажи мне лучше, как ты факел сделал? О! Что такое? Опять? А еб твою медь. Хуёвая вот проблема, когда отрубается, вырубается. Секунду. Тут хуёв я реально не знаю, потому что хуй докажешь, короче. А как ты это самое сделал факел? Этот, как его, палка плюс... Этот, как его... Плюс уголь? Да. Причем можно даже не на станке, а так просто. Это как... А, у меня дубовый. Сейчас. Что-то забыла, как по палке это делали. А, из этого. Из блоков. Толкин. Толкин. Уголь. Что получается? Так. Просто палки и уголь. Одна палка, одна один уголь сверху. Сечешь? Сейчас. Ты пытаюсь. Да, пытаюсь. А не получается все равно. Ты палку сделал? Да, палка и вот уголь сверху. А, это кремний. Это не уголь даже. А нужен уголь. На тебе уголь, если тебе нужен. Да, да. Там, правда, мало. Я все выше сделал себе. Кстати, на угле очень быстро горит. Так, а кремний? Что можно из кремния сделать? Интересно. Ну где? Уки. Кремний, зачем он нужен вообще тут? Я не понимаю.
А, во. Стрелу можно. Еще нужно для этого перо. Блять, а где я перо найду? Не, есть перо тебе дать. Ну, пока. Хотя, да, давай. Сейчас сделаю стрелу. Так, это получается на станке. Палка. Кремний. А где перо? Ты мне дал перо, нет? Да, я тебя выкинул. Но я тоже видел, что а, вот, что-то падало. Все. Так, перо. Сюда. Кремний, палка. О, сейчас стрелу понахуярю. Понахуярь, бро, понахуярь. 16 стрел тебе дать? Не, у меня нет лука. Ну ладно, ладно. Так, факел я сделал. Так, значит, печка для обжига, да? Стрел, это все равно ни о чем. О! Кирпичи буду делать. Дождь пошел на улицу идти. Ну, сейчас. Прям как у меня за окном. Да, а у нас нету дождя. Он Ладно, я буду, блядь, замбахает. двери Э! открывать. Пустите, милиция! Хозяин дикий. У себя в этой крепости сделал такой типа дверь железную, короче. И там типа, чтобы зайти, так на кнопку нажимаешь, надо быстро проскакивать, она сразу за тобой закрывается, короче. А вот просто так типа, подойти нельзя открыто, значит, типа там секретная кнопка синяя есть. Ебать, это обжигает камни, я хуею. Я специально две поставил для этого дела. Можешь разделить, когда будет производство выше. А, где его нету? Это, кстати, тоже. Слоханулся, надо было дерево подобывать. Так, а мне нужно сейчас еще плюс. Дерево назад. Из печки вынул. Так. Я не так. Мне нужны палки. Подрегенится. Кстати, регенится только когда ты полностью сытый, короче. Да? Типа, если хочешь полечиться, тебе надо отожраться. Так, камни тут были, да? Давайте камни. Давайте тоже. Надо тебе мотыгу сделать. Точнее, кирку. Садоводством будешь заниматься? Так. Полностью хочешь пожрать надо, да? Ну, сейчас мы мясо. Жареную курочку захаваем. Блять, еще надо. Прикольно, так и летит куски. Да, дай мне куропатку или что-то интересное. Она сырая? А жареная? Это из О! моих личных запасов. Отцовских щедрот, да? Вы не можете, пока рядом есть монстр. Блять, кто там рядом? Иди сюда! Они ночью всегда рядом. О, блин, идет, идет, идет. Давай, друг, спеши, спеши, заходи. Заходи в дом, заходи. Мужики идут пиздиться, блядь. И О, чё это надо, блядь? мужики, вообще, ребята. Мужики, Вот вы идите они. на сборы, блядь. Там крипер, чувак. Я вижу, тут два зомби. Ебать, он тут уже взорвал, блядь. Зомби! Ебать! Так и звукан. Котлован! И они из него лезут, короче, зомби. А, такие плоть! Почему зомби он не взорвал, а? А, это подвал наш? Блять, я задел, задел, он взрывается, сука. Он еще вижу лазит. Падаль. О, у меня сейчас третий уровень будет. Да? Быстро ты.
Так. Надо дерево порубить пока. Что-то пока никого нету. Одного дерева, да. Все срубили. Че, нет, это вот березки хуери. Все уже срублено до нас. Самое прикольное, дерево срубать. А это самое остается-то. Два скелета каких-то блядских. А тут скелет на пауке съебался, интересно. Прикинь, такой сидит. Давай их убьем, нападем он еще. На скелета? А где ты их видел? Ага. Блядь, опасно. Их там не два, да там три, блядь. Подожди, подожди, сейчас я попробую с лука. Ух, ебать, я не все все. Нет, не достойно, не вкусно. Выше брать, что ли? Нет войне, пидор! Мерзкий укрофашист. Ох, 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 ох. А кто меня пиздит? Сейчас ко мне что-то прилетело. Или это он? Ой, блядь, а, это он. Стреляют. Ну их нахуй, блядь. И там еще зомбарь к тебе идет. Чувак, они бегут за мной. Я знаю, я вижу. Стреляй по ним. Все, вот этого я сейчас. О, одного вальнул. А этого можно запить мечами. На тебе, мерзкая тварь. Ебать, он секашит. Все, я его положил на лопатки. Ебать, ты стыкны, блин. Это уже. А вон он наверху сидит, чувак, ты не видишь? Снайпер, блять, хуев нахуй. Кемперец, сука. На тебе, получи. Кемпер мерзкий. Или я в деревьях спрятался, типа, не попали было. Ага, получил. Снайпер элит, ебта. Кубический, блядь. Сука, ты стой на месте. Ой, блядь, так за стрелы мне придется. Пойду заберу стрелы. Снайпер элит 2. О. Ух ты, блядь. Откуда ты стреляешь? А вон. Они еще бегают, а вон там еще один. Давайте там дохуя чувак аккуратнее. Если ты коцанный будь, то чеку. Они не подгорели просто, потому что дождь идет. Блять, я ухожу, пизду, я размасовал. Блять, я заблудился. Сейчас ебнет. Ебать, блять, истыканный, блять. Сейчас блять. Чувак. Не, я убегаю, чувак, на нет, иди. Идет за тобой. О, то там маг стоит около дома, чувак. Уходим. Заходи, заходи. Он зашел внутрь. На. Я не смогу его помочь. Подожди, это не маг, чувак. Не маг. А кто это? Это типа мирный какой-то. С ним торгует. Типа, хуйней. Да? Блять, а он меня пиздил. Ой, он опять пиздит. Он меня травил. Ах ты сука. Вот-вот-вот, я типа я тоже. Блять, сейчас тут сдохну прям. Тебя хавки нет никакой. Я сдохну. Он сильный пиздец он. А ты с ним торговал как-то, да? Я не знаю, он мне, блядь, какой-то типа этот показывает. О, ебать, я выжил, блядь. Одна клеточка, пол клеточки осталось. У меня тоже, у меня по пол хп. Он, короче, какое-то зелье мне типа показывает. Я думаю, типа купить, хуй, чтобы я купил. Так я про то же, я с ним пиздился, у меня заебашил. А ты его убил? Да, он мне, блядь, дал это зелье, я отравился, блядь. Отравил меня, падла, я меч достал, зарубил его. У меня тоже пол хп. Может мы зря его били, типа, но обиделся на него. Так мы его не били, так это и дело. Я ему убил, блядь. Я же думал, там маг, блядь. Ладно, надо сделать. Жайная курица. А, у меня еще есть, в принципе, сейчас. О.
курочка меня спасла. Спать можно только ночью. Ах ты, сука, пиздец. Подстава, брат. Меня этот скелет чуть не убил, там лучник. Ах ты, сука, я сейчас стреляю где-то. Где ты? А вон внизу сидит. Штопанный контон! На-на-на-на! Блять! Меня зомби забил. Тебе надо, нехуй двери открытыми оставлять. Пойду заберусь от своего добра. Меня подставил, главное. Ой, ебать. Вот в него сахар, кстати, выпал, знаешь. Ой, завалил. Шлюха. Так, а где мой меч-то? А чё, меч исчез, да? А, вон внизу все валяется. Ебать, оно все упало. Так, а меч сел внизу. Кирка какая-то у меня коцана. Откуда взялась? Наверное, моя. Не, моя. Ама что такое? Непонятно. А вот перо мое. Саженец березы какой-то, саженец дуба. А тут можно обратно, типа, с деревьев тут понасажать что-то. Да. Так, а где меч? Топор нашел свой. Меч, кость. Стрела. Новая плоть. Блять, меч проебался. А, сука. Сделай еще что. Сейчас. Весь лесок уже тут вырубили на этом пятачке. Дождь кончится. Никогда. Это муссон. Так, где дерево нарубим? Тумбочек наставил. Да. И туда можно положить что-нибудь? Да. Даже так можно сделать. Я, конечно, не думал, что так используешь. Ну ладно. Че тут порядка нету? Как не было, так и нет, да, блять? Какой порядок? Вы о чем? Никакого порядка не должно быть. Хаос должен быть. Это же не наш выбор. Так, положим сюда каменюгу. Шерсть, дубовую пыту. Землю оставим. А то постоянно теряться как-то оно не очень. Так, а вот меч мы сейчас возьмем. Не очень. Лук. Не очень в абсолюте. Так. Тик-тик. А, не там, так. Вот он крошен, блядь, а? Кому ебало раскалывать? Кто тут шумит, нахуй? Падаль, блядь! Так, меч вот так, по-моему, делается. Оп. Я тебя сломаю! А, не, нужна палка. Палка. Я сломаю тебя полностью. О, оп, меч. Оп. А это зачем мне лопата? Да? Хотя давайте лопату. Еще один меч. Все, нахуй идите. Я два меча. Так, и лопату. И лопату. А может быть собака. Так. Палочки положим сюда, меч сюда. А блять, факелы проебались, ёпта медь. Столько факелов. Ладно, надо еще угля. Это то, что я чувствую по этому поводу. Мост. Не захватило там немножко. Сейчас.
шапка немножко тоже. Сколько тут обецывается? Хачи были бы рады. Так я тонко троллю, не? Да-да-да. Тонкость, блять, просто пиздец. Это утро или нет? Хачи тоже люди. Они тоже хотят секса. С овцами. Овцы это их не все, понимаешь? Интересно, это ночь или день, блядь? Ночь. Через всю день. Сука, блядь, стреляют, падлы. Братова, не стреляйте в друг друга. Кондуктор, нажми на тормоза. Ебать, за мной опять этот маг бежит, чувак. Он решил отомстить. Пистолса и хочет реванша, блядь. Покажи ему, у кого хуй длиннее. Я убежал. Да. Ну ты как настоящий воин убежал. Я не сомневался. Как тебе мостик? Все, у тебя у нас есть мост. Было издалека видно. Я доблестный воин с травой, смотри. Трава, не. Поди предо мной. Ты победил. Да, все видел. А что такое? Песок. О, песок. Мы сделаем из него стекло. Сделаем его. Крипер, чувак, даже два крипера, ебать. Вам ну, есть вот что. А, не. Ой-ой-ой-ой. Зомби. Зомби-ленд! Блять, он хитрый, он не взрывается, чувак. Я ему ёбнул, он не взрывается. Падаль. О-о-о. Не, не хочешь. Взял? Ага. Это прошаренный крипер, блять. Оп! А его бить можно вообще? Без взрыва. О, он сдох. Вон там еще один, блядь, там зомби дохуя. Ща. А, куда? У нас дом такая коробка. На тебя зомби тогда за это. За то, что крипер спрятался. Получил, поебало. О, пауки. О, крипер. Че тебе пиздец будет? Я паука заебашь. Ну, поебало. О-о-о-о-о. Сука, не захотел, выкинь. Хитер. Не, не мог. Зацепил, блядь. Халявная халява. Я понимаешь, ебашился. Да давай лошадку покатаемся. Может, уздечку надо какую-нибудь? Вот, блядь, что затопчет, ну и нахуй. Блядь, а ты откуда взялся? Там еще, по-моему, есть. Да, я вижу он. Давай. Сука. Сдохни. Я его завалил. Соснул хуйца. Отцовского. Парень. Ты же не хочешь проблем, да? О, он сильный чувак. Это просто его ты уже зажал, отпиздил. Ой, он кидается опять этими. Ой, он месяц на меня нацелился, иди отсюда. Ой, я в ёмку опять упал в криперскую. Ой, блять, он меня кидается. Ёб твою мать, нихуя себе ты долбишь. О, я уёбываю, ну нахуй. Блять, я тоже пытаюсь ебать, но он меня долбит. Чувак, я сдохну. А ты ты под ядом, чувак, ты пизда, походу. О, не, а одна. Один хп. Тебе за тебя паук. Ай-яй-яй-яй-яй, их много тут, блядь. Давай, на своих разрядах. Мне пол хп. Ля, они по мосту пошли, пожалуйста. Ой, все пизда. Вы доебались до меня, твари. Меня ебнули.
Блин, это мой лут. Я пойду. Я лут свой возьму. Я свой лут не кину в беде. А ой, тут мах, ёпт ты. Зря, наверное, я всё-таки пошёл. Тебе терять нечего, тебе нет ничего. Да, я отъебать был бы, ещё скелет. Нихуя себе, этот криптор рванул. Всё? Не быть их там толпа. Они нас пересилили. Слишком. Да на один квадратный миллиметр. Под водой. Откуда у вас тут столько много-то, ребята? Так, иду в дом. Бля, там какой-то черный еще чувак стоит. Ой, ебать, тут мах тусуется пол дома. Там какой-то негритос стоит. Реально. А тут у тебя вышки нет тут смотровой? Нет. Надо будет забраться как-нибудь. Цикле под ледом. Давайте спать, можно только ночью. Да, тут враги. Дилемма, да? Угу. Спать можно ночью, а оно ночью враги лазит. А что делать? Бля, а что это такое, интересно? Порох. Ой, я порох нашел какой-то. Ножевой. В ящик. Так, траву тоже в ящик. Все в ящик. Так, кирка. Меч. Лук. Пацаны, пацаны. Мах, иди сюда. Может, Маха впустите и запиздить его. Пацаны, пацаны. Заходи, заходи. Штаны. Смотри, сейчас зайдет крипер какой-нибудь. И как ёбнет тебе по ебалу. А ты не. Могу, всадил. И закрыл дверочку за ним. Ах ты, сука. Ядом, я траванул. Раз. Нам нужно какой-нибудь огород построить. Да это много чего надо построить. С хапкой проблем у нас мало еды. Опа. Пердят там за стеной. Так, ладно, пока ночь. Пойдем, утро чего. Сейчас. А мах там тусуется. Там шарится, блядь. Да? Ух ты, блядь! Бео, Бео, поебало, падло это! На, все, я его запиздил. Блядь, сейчас дохнет. Ой, еще паук! Не, блядь, не бейте, ааа! Суки! Твари, блядь, не бейте, хп осталось. Да мне вообще пол хп опять. Тебе надо, пидор! Больше хавки, чувак. Пойти кур, что ли? Наебашить. О, еще зомби. А что ты не сгорел? Алло, вылез из воды. Это все. Что, я больше не видел здесь. А где ты кур ебашил? Да вон тут, за горой большой. Пойду. А вот какая-то овца такая хитрая, не белая почему-то. Овечка. Я не чурбан какой-нибудь, я их ебать не буду. Да? Да. А зачем ты это говоришь? Потому что они ебут овец. О, я вижу курицу. Куропатка! Еее! Подземелье сходить. Набрать факел отдыхаю. Так, а у меня какая-то хуйня есть. Красная пыль есть. Паучий глаз. Мясо. Курятинка. Чё это такое, блядь? Мал пойти.
И там крипер сверху над тобой, бля, ебать, чувак. Где? А, вижу. Блять, прикимперился, я ебу, блядь. Спустим его. А если бы он спрыгнул, пипец, да. Да, кстати, у меня пол хп. Но мне ума не хватило спрыгнуть. Все, у меня больше стрел нет. Я его положил. А, с него порох падает, походу. Понятно. А что лопата? Лопата должна копать быть, типа, быстрее. Да, кстати. Быстро мне копается. Полезная вещь. Земли накопать. Мосты понаделать. Быть сам не пиздец. Это горы, блядь. Ебать там лететь, блядь. Твою мать. Покинь меня опять первый уровень. Походил убивает, когда. Умираешь, да, походу. Теряется. Так, ага, дерево, дерево нужно тоже. Оп. Так, а вот это что это? Не уголь. О, уголь, отлично. Так, значит, палочки сделаем. Еловые доски. Палка. И уголь. Факел. 4 факела маловато. А ты уголь добываешь? Да. О, ниже тоже. О, что это? Перья. Перья! Чудо в перьях. Четыре. Это уже, наверное, уголь, скорее всего. Уголь всегда в теме. Сейчас факел наделать, и можно около дома шахту сделать. Вообще там тоже есть. Ну да. Там не одна, блядь. Там один дырок, блядь. Развивать. Угли на дыбу. Еще опыт дается, прикольно. Ну да. За все дается, за выполнение квестов. Типа там скрафтил какую хуйню. Все, угля больше нет. Пойду. Ух ты, блядь. Чё ты попал? Нужно упасть и сдохнуть на раз. Да, там такие ямки, пиздец. Провалишься, блядь. И всё. И пизда тебе. Я на горку залез. Я иду к небесам. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ебать. А где-то интересно. И там в темноте мечут какие-то пидоры. Хотят войны, наверное. Так. Ну, не упасть бы тут. Он еще уголь вижу. Что такое? 5. 20. Какая-то, блядь, гора. Гора, гора. Не идет к Магомету. Да. Магомет, потому что долбоеб кусок. Поэтому к нему даже гора не идет. О, ебать, я угулять уже оттуда.
Мухаммед вообще не очень по жизни. Да все они такие-то, не очень. Поэтому они воюют своими годами. Ой, батя, корову нашел. Да? Теперь подожги ее. Чем, блядь? Факел, не знаю. Пытаюсь, не знаю, как это сделать. У меня скоро жратва кончится. О! Она не загорается. Ты пугалась, блядь. А может как-нибудь огненные стрелы и реально отпакил там плюс что-нибудь еще? Вполне возможно. Какая горка. Зато я налутал. Ой, ебать, я море нашел, блядь. Такой залив, блядь. Красота! Что-то я больше этих... Корни не вижу. А, во, нашел, только сказал. Ебать, ты летаешь там где-то. Ебать ты. А, я тоже море вижу. Ебать. А как это курица-то? Все, пизда, улетела. Мразь. Дерзкая сучара. Угу. О, корову тоже вижу. А с коровы мясо выпало? Или ты не убивал ее? За сиськи подергай. Я буду тебе. Шурик, иди корову подай. Так, надо бежать домой, мне хапа мало. Я сейчас по какую опатку не убью, не успокойся! У нас не перья выпало. Куропатки мясо. Звереют. Яйцо. Они ночью звереют. Корова на дереве. Вообще 5 баллов. Загнал бедную, блядь. Иди сюда, буренка. Разговор есть. Пизда корове вообще пришла. Откуда не ждали. Так, а как мне тебе назад попасть? Я заблудился. А уже темнеет. Блять, я вообще непонятно где. Я около океана. Я знаю примерно как, но как туда вверх подняться вообще? Души не видно. А с моей горы было видно дом. Чё, вроде нашел ступеньки. Заберись повыше, там видно. Такая. Дай боюсь, сейчас эти зомбаки поналезут. Пиздец будет. Ну, они так или иначе поналезут. Ничего не сделаешь. О, слышу уже, где ты шпит. Мразь. Они идут за тобой, да? Ты так не пугай. Ты и так... Я весь на панике. Мне еще отсюда выбраться надо. У меня сейчас кирка сломается еще. Кирка это... А, он уже лучник стоит. Все, на горку залезу. И плюс жратва кончается. Все кончается, еп. Красота. Пошел, называется. А я кушаю. Сижу, нажарился. Так вот вовремя надо домой возвращаться. Блять, я даже еще на эту горку не забрался. Все тут прокапываю. Проход. Нечего по ночам шастать. А где скелет лучник-то? Съебался. Нет, ели. Еле-еле. Да не доели. Медведи грызли. Да не догрызли. А себе в пышке вот так вот. Оп. Ух ты, блядь. Надо бы деревья посадить. Ой. Во, я забрался наверх. Почти. Наверх чего? Горы. С которой, я полагаю, должен быть виден дом.
Ну, пока не видно. Надо еще выше. Где я? Люди добрые. Ау! Да, ты... Блять, и что? Вы хотите сказать, я не на ту гору лез. Бывает. А, во, вижу дом. Все, вижу. Да, но я не на той горе. А я сейчас шапку кожаную сделал. Так, у меня осталась одна еда. Яйцо сожрать нельзя, да? Ну, походу, тут мне и придет смерть лютая. Да я тебя все равно достал, ты беги на пролом. Так я не могу, мне надо сейчас с горы спуститься. Подняться на следующую гору. А там он лучник сидит прям. А у меня пол хп. Куда заделась там землей, блядь, сиди на завтра. Так я с голоду сдохну. А как печка делается? Камень там, камня много вокруг, типа это. А по центру дырка. Че это такое? Сейчас прям тут организую на скале ночлежку. Ну нормально, че. Перевалочный пункт, блядь. А у меня здесь хорошо, светло. А у тебя там не светло. Так, верстак, да? Это верстаки надо делать? Кого? Печку или как? Ну, наверное, да. Заодно он ачивку получит. Так. Камень. А, мать. Ага, все, сделал печку. Так, тебе надо поставить. Если на верстак поставить, можно? Да, можно. Так, о, чувак, живем. Сейчас я приготовим. Жратвень. Пожру. О! Ништяк, сейчас еще куропатка приготовится. Я выжил. Да. Так, сейчас мы еще приготовим. Что-то еще дерево давать сюда, вот так вот. А печку потом с собой забрать можно? Все как в других играх. О! Все, вот это я обожих. Он опять негр ко мне хочет лезть. А, нет, паук. Я думал, негр опять атакует. Слендер тут, что ли? Какой такой слендер? Ну, знаешь, как типа неожиданно появляется. Это типа тоже он портает, типа там, по-моему, если спиной к нему поворачивается, он тебя в спину ударит, короче, наверное. Типа страхотик такой. Либо тут водопад такой. Все. Так, ну что, ждем утра, типа того. Ой, ебать, там вон мах опять отстоит. Зомбари. Они тебя постепенно обкладывают, да? Сейчас я тут зашкирюсь. Мы доберемся до тебя. Что никто, блин, не лез. Буду в окошко сидеть, смотреть. У тебя окошко есть? Нет. Опять лагерь, ну... Да. Значит, я смотрю, пипинка теряется, на самом деле. Конкретно. Ебать, откуда это? Дырка появилась. Копает под тебя, бро. Реально. Не было дырки, появилась. Уже реально копает. Хыкает кто-то все время под этим под домом, блядь. Подбирается ко мне тоже. Твари. Твари. Скелетон, паук. Блять, как вниз спускаться, это вообще пиздец. Это надо вниз, потом с горки на горку на следующую.
А там вот такой лесок неплохой. Снести его к хуям. Ой, я вижу яйцо. Ой, я похилился весь уже полностью. Не, ну оно сейчас ночью я не пойду никуда. Хотя начинает расцветать. Расцветает. И яблони, и груши. Расцветали яблони, и груши. Чё там над рекой? Пизда. Техка сломалась. Но у нас есть верстак. Переносной. Ставим верстак. Палка. Палка-палка. И каменюги. Все. Теперь у нас есть кирка. Пора в шахту обнуть. Викс заработал достижение. Какой, да? Молодец. Все, погорели. Ля-ля, чувак, это самый зомби с камнем это в руках бегает. Так сказать, с кирпичом. Он тоже либо хочет построить себе дом. Тебя копируют. Да, да. А ты что, не знал, что оружие пролетариата, это кирпидон? О, кирпидон. Так, о, сгорели, мрази. Ладно, пошел я. О, яйцо. Я же хотел его взять. Пошел я вниз. Ну, лопатка. Прикольная вещь. Против земли. Воевать с землей. Ну камень уже все. О, блядь, от чё крипер-то не сдох? Охуел. Они не умирают. Да. Они особенные. Шлёхи. Так, я вижу курицу. Около которой ходит крипер. На-на-на-на-на-на-на-на! Блядь! Ну чё ты начинаешь? Ну чё начинает Шурик? Че, ну дом хочешь сломать? Убей его. Да. Накажи его, покарай. Ебать, он разорвал. Блядь, сука! Че ты? Маленький зомби-тварь! Зомби-ребенок, чувак! Да? Да, блядь, ты маленький, быстрый, как понос, блядь. Попал на меня, когда я с крипером рядом был. Слава богу, меня крипер не убил, блядь. Я выдержал напор. Тут, кстати, шахта образовалась уже по полной. Крипер взорвался рядом с ним. Так, все, сломалась у меня и лопатка. Я даже тут поставлю. Так, а как лопата делается, не помню. Ау. Блять, выкинул. Что такое, это кремень, что ли? Все. Так, теперь надо каким-то хуем попасть наверх. Вот каким? Птичьим, блядь. Течет, блядь. Текут так. Только суки. Да? Да. Я не знал. Не знал. Ну вот я тебе, блядь, просветил. Блядь, сломалась. Давай вторую. Так, я на той хоть скале-то. Как вроде, да. Удивительные приключения Шурика. О! Я вижу дом, чувак. Я вижу мертвых людей. Так, а тут что такое? Так, я думаю, нужно нарубить дерево. Никогда не бывает лишним, на самом деле. Я это уже понял. Но. Забыть эти дерево. Тут он. Я понял. Чего?
У меня какие-то звуки зомбаков. А, вот он. Горит, сука. Че ты раньше не сгорел? Падаль. Стоит так и пугает меня. Я весь на панике. Так. Я какая-нибудь. О, у меня все сломалось. Заебись. Каменный меч. Каменный век. Тик-тик-тик. Ну чё так, не так, так вот эти мосты. Вот там вот я вырыл, чувак, небольшой. Зацени. Шахту рядом с нашей хатой. О. Да ты там что ли это факел поставь? Чтобы было видно, что это шахта. И там есть они. Ну. Вот хорошо. Здесь есть хорошо. С кем дело имеешь? Я бы разбираюсь эти дела. Во, еще один мост. Так, где ты говоришь шахта? Рядом с домом. Там все. А че у нас под домом? Фундамент подкопан. А я хотел туда поставить, подожди, сейчас поставлю. Хотел там за этого того по-красивому кирпичиками. Ага. Цивильненько хочешь сделать. Угу. Так, вот это вот шахта, да? Так, мы тут тоже сделаем так, более-менее. Так, вот это как делать? Вода была такая. А мы кончилась. Она такая. Кончилась земля. Так, пойду в шахту. Да. У меня факел есть? Есть что-то. Поищи там приключений на свою попу. Ебать, ты понаставил. Ой, я слышу, кто-то речит тут. А что такое добывает интересно? Кто-то рычит. Что-то хочет, наверное. Угу. А что хочет, непонятно. Угу. Так вот, камушки. Оп. Одна кирка. Две кирки. Ну и всех вот. Много не надо. Там ночь еще? Скажешь, когда будет день, мне нужно будет выйти отсюда. Посложить добро.
Кстати, я, по-моему, неважно, ночь, день. Под землей там, типа, интересуется всегда. Не, я имею в виду, мне наверх зайти нужно будет это положить. А, добро всякое навыбивал. А ты типа 2 метра не пробежишь? Не знаю. Если там мах стоит, то нет. Да, он замедление кидает. Сейчас я, ладно, попаду наверх. Он слышу уже. Рычат. Я вышел. Ты въезжаешь в стройку, да? Лучник уходит около дома. Ебать их. И такая стрела в зад прилетела. Сука, мерзкий лучник. Так, че тут есть-то? Че тут поскидать? Стрела к тебе, смотри, реально в жопу. Я говорю, я захожу мне нахуй. В пердак. Так, перья. Ой, сейчас куропатку пожарю. Я приволокался для печка. Что-то как камни лежат. Твои камни? Ну, я вжигал. Отдай мне. Жиган лимон на держи. Ой, что я выкинул? Камень? Не знаю. Так. Сейчас мы куропаточку пожарим. Куропаточка, это заебись. О. Еще больше ничего нету. Хреново. А если яйцо положить? Ты нажил, нет? Ничего не будет, он там используется в двух рецептах, я посмотрю. Типа торт можно испечь и запеканку из таких. Больше она нахуй не надо. Ну, в перспективе можно крутую еду делать. Я положил большой сундук вот сюда, если яйца туда складываю. Я. Не нужно хуйню туда скидывай. Так. Печку я себе оставлю. Давайте, вот эти камни. Стак немых. 64. О. 64 земли тоже пригодится. Веревки. 64 факела. Сложи, которые взял, я буду потом их дальше брать. Ага. Светло-серая шерсть. Камень. Шерсть. Гравий. Вам скажи. А, хотя вот медаль. Булыжник еще. Так, палки мне, палки не нужны. Снежок. Красная охуета пыль. Кожа. А ты себе. А как ты сделал себе из кожи это самое? Легко. Что такое? Шапка. Знаешь, типа как шапка ставишь ее. Ну там нужно 5, по-моему, на шапку. А, 5 кожи? Mm-hmm. Ну, нет, по 2. Вот еще есть еще 2. Тоже не хватает. Кину тогда сюда. Так, земля. Земля нужна. Стрелы. Стрелы возьму. Верстак. Так, дерево. Шерсть. Так, а тут что? В моем сундуке. Тоже надо приложить нахрен. Песочек. Песок, по-моему, тоже обжигается, нет? Нет, не помню. Да? Типа обжигаешь, стекло получаешь, можно окошки сделать. Сейчас попробуем. Песок.
Да. Интересно, а если положить вместо этого доски, они быстрее будут сгорать? О, стекло получил, чувак. Можешь дырку пробить поставить. Только Сейчас. окно, по-моему, не так делается. Там, по-моему, еще хоть с деревом как-то совмещается. Еще Чтобы попробуем. получить, типа, именно окно с деревом, а не просто стекло на куб. Так, ну давайте попробуем вот так. Дерево, не знаю. Смотри там по Вики. По-моему, не просто делается. Все с палкой. Так, пока пускай обживет.